Бриллиантовый голос России! Встречайте! Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие! Организация Комсомолки в этих ужасных пробках, чтобы поздравить наших молодых с этим замечательным праздником, с этой свадьбой, с этой свадьбой музыки. Я, конечно же, сейчас для них спою. Я вас осчастливил своим появлением, и как вам известно, я эстрады явление, и в ролик рекламный не зря меня взяли. Прощай, Монсеррат, вам свое клип и звали. Прикуты мечты небывалые, цветут и цели запоздалые. Эфир я с тобой забавляю, хиты каждый день исполняю. Ну ладно, я в другой раз. Тогда я просто попою для вас. Весь мир очарован моим обаянием и голосом чудным, почти идеальным. Жизнь ваша сегодня похожа на сказку. Сейчас перед вами поет Оля Баскова. Прикуты мечты небывалые. Спасибо, спасибо. Цветут ли цветы с опозданием. Эфир я с собой забавляю. Хиты, как всегда, ну вы знаете, исполняю. Аплодисменты! Цветут ли цветы небывалые? Поют ли цветы? Кто поет, кроме меня, на российской эстраде? Только Алла Борисовна Ткачева и я. Счастья вам, здоровья, благополучия и финансовой стабильности. Это очень важно. Так что от Николая Баскова вам искренние поздравления, мои дорогие. Вы что, думали, я уже ухожу? Что так, жало? Уходить, да? Ну что, это невозможно. Я когда ухожу на эстраду, меня...